Давайте поддержим наших прекрасных первоклассников. Расступись, народ честной, первоклассник пред тобой. У меня портфель большой, ранец новый за спиной. Кто сегодня рано встал, в школу быстро прибежал? Ну, конечно, это я, и со мной моя семья. Первый раз иду я в школу, первый раз несу портфель. Открываю смело книжку, ученица я теперь. У меня сегодня праздник, не бывало лучше дня, потому что первоклассник называют все меня. Мы должны теперь учиться, не зевать и не лениться, на 4 и на 5 на уроках отвечать. И в осенний светлый день школу нам идти не лень. Говорим, уютный класс, принимай радушно нас. Вы заметили? Звони звонок, веселый, грустный, дерзкий. Ждет в жизни вас другой урок, уходит тихо детство. Звони звонок, уроки открываем. Мы к знаниям идем вперед, усталости не зная. В добрый путь, в добрый час, школьный год впереди. Добрый путь, в добрый час, всем нам желаем его удачно пройти. На этом торжественный линейка, посвященная Дню Знаний, считается закрытой. Дорогие ребята, это первый звонок. Зовет вас сейчас всех на первый урок. Внимание! Учащимся 11 класса и 10 класса предоставляется почетное право проводить учащихся 1 класса и 1 класса на свой первый. Итак, под бурные аплодисменты учащиеся 10 А класса вместе с первым классом идут в 102 кабинет. А мы продолжаем их бурными аплодисментами приветствуем. 1-й класс. Аплодисменты провожает 212-й кабинет учащихся 1-го класса.